предрассуды и аппаратуры космических опытов. Именно здесь я и выполнял эту работу. Работа состоит из трех математических и по манере связанных с компонентами. Главная работа называется «Русский сувенир» и «Некрасивые моменты», элементы здесь навеяны традиционными мотивами русского языка. В этой работе я пытался максимально использовать возможности формообразования, характерные именно для этой текста. Воспитать каких-то мастеров.